И миром, друзья, с вами снова, как всегда, я, Жабка, вы знаете, девы, и что у нас происходит? Сейчас, ну, наверное, по прививке вы уже поняли, что происходит. Ребят, небольшое событие, небольшой анонс, что я в ближайшее время буду делать. В общем, как вы знаете, у меня на страничке, что у меня на страничке? Вот этот вот пост есть, собственно, где можно получить и прокачку, всякое такое. То есть недавно мы там пропуска разыгрывали с помощью этого поста. Вот, так что, ребят, в чат расскажу в конце, что мы будем с этим постом делать. Если что, ссылка на него в описании. Окей, давайте что расскажу, что прикол этого видео. Ребят, пришла вот такая штука, теперь присылают письмом поддержку, которую получают все ютуберы. Я такой же ютубер, как и все остальные, получаю все точно так же, как и все остальные ребята. И я получил 45 тысяч алмазов, 20 комнат, 30 комнат, 30 комнат и 100 комнат. Что я с этим всем буду делать? Я часто не знаю, что я как минимум с комнатами буду делать. Планируется турнир. До сих пор битву гильдии хочу сделать 6 на 6. Только у меня почему-то наблюдатели не работают. Обещают в следующем обновлении завести. Но не суть. Собственно, как это может получить каждый? Суть ролика, как это может получить каждый? Только лишь бы было бы желание и время. Рассказываю. В чем прикол? В том, что либо вам нужно стать ютубером, либо стать тиктокером. В основном это дают и ютуберам, и тиктокерам. Я сделал все для того, чтобы тиктокеры наши стали популярными. В общем, тиктокерам всем привет. Вы классные, вы самые лучшие. Вообще, вот кто из контент-мейкеров самый лучший, это тиктокеры. Это вот просто заходишь в чат ютуберов, в чат тиктокеров. Вообще две разные там люди, вообще разные, вообще абсолютно. То есть там кто-то завистливый какой-то, а у тиктокеров вообще такого практически нет. Вот, ладно, ну в чем прикол? Ребят, просто начинайте создавать контент в тиктоке. Это самый простой сейчас способ. Потому что там очень все хорошо работает. У меня, как вы многие знаете, больше 10 каналов и практически все миллионники. Вот. Ну и в чем прикол? В том, что можете тоже начинать и создавать контент. Создаете контент и можете вот просто вот так вот делать. Нажимать кнопку «Забрать». Ну, я нажму. И забирать себе вот такую вот тему. Просто вот такую вот тему. Каждый месяц. Прикольно же? Прикольно. Поэтому, ребятки, давайте все это делайте, начинайте создавать видосики в ТикТок, стримьте в ТикТоке, и будете получать обязательно плюшку. В Ютубе тоже можно, но на Ютубе, как вы знаете, очень сложно продвинуться, поэтому вот такой вот для вас небольшой инсайт. Немножко косвенная информация, примерно от скольки подписчиков будут выдавать поддержку. Примерно где-то 250-350 тысяч на канале, это для минимальной поддержки в ТикТоке. Примерно около там 500-600 тысяч это для средней поддержки в ТикТоке. И от миллионников дают большую крупную поддержку в ТикТоке. Вот, если вы тиктокер и ютубер, то вам только дают одну поддержку. Вам не сочетается два канала. Если вы ютубер, честно, я там уже не знаю, как, что происходит. Ну, я думаю, там от 100 тысяч подписчиков, что-то типа такого. Поэтому, ребят, дерзайте, введите в ТикТок, начинайте пилить видосики. В принципе, короткие видео, это за ними будущее. Как вы видите, я уже шорты практически каждый день выкладываю. Вот, хочу в ютубе развиться насчет шортов. В принципе, пока что результат неплохой. Вот, и выкладывайте, делайте контент. И самое прикольное то, что сейчас в ТикТоке можно стримить. Тем более с устройства и получать себе аудиторию и выходить в рекомендации. Это топово, это круто. Ну и в принципе все. А что мы будем делать с 69 тысячами алмазами? Я вам сейчас покажу опять этот пост. Вот, что этот пост под собой подразумевает. Ребят, у меня на страничке ВКонтакте проходит конкурс для всего. Просто для всего. Сейчас я буду раздавать 10 подарков из игры Free Fire. То есть, если мы зайдем сейчас в магазин, в подарки, то я подарю 10 подарков. 10. Все. И примерно, ну давайте, на полторы... Ладно, на 1000 алмазов. На 1000 алмазов, потому что я хочу потом еще один конкурс сделать. Поэтому на 1000 алмазов 10 подарков. В принципе, все, это все условия. 10 победителей будет, и каждый выберет себе подарок, любой, который захочет. То есть, можно там, я не знаю... Я бы лутбоксы взял, потому что с лутбокса бы оружие упало. И типа вон там, сколько там, не знаю сколько получится, но 1000 алмазов. Так что, ребят, дерзайте, давайте. Сейчас буду выдавать уже пропуская, так что все такое. В принципе все, ролик я заканчиваю. Вот такой вот ролик получился. Если вам понравился ролик, ставьте палец вверх. Не забудьте смотреть мои тиктоки, ютубы, шортсы, рилсы.
все такое. Подписывайтесь на меня, здесь я с вами, в общем, делюсь своим творчеством. Всем удачи, всем пока.